10 оптических иллюзий, которые сломают ваши глаза и мозг. Оптическая иллюзия – это впечатление о видимом предмете или явлении, не соответствующее действительности, то есть оптический обман зрения. Некоторые зрительные обманы давно уже имеют научное объяснение, другие до сих пор остаются загадкой. Накладывая на готовый рисунок сетку из черных параллельных линий, на наших глазах даже статичные предметы начинают двигаться. Эта иллюзия называется анимационной. Балерина посередине движется по часовой стрелке или против? Как вы считаете? Ответ – в обе стороны. Направление движения балерины в центре зависит от того, на какую из ее подруг вы посмотрите. Если на ту, что слева, значит, она будет вращаться по часовой стрелке. Если вы посмотрите сначала на правую подругу, то балерина в центре будет вращаться против часовой стрелки. Это не анимационная гифка. Это обычная картинка, все элементы которой абсолютно неподвижны. Это ваше восприятие с вами играет. Задержите взгляд на несколько секунд в одной точке, и картинка перестанет двигаться. Майкл Пикард создал иллюзию «Днем шел дождь на Лоури». На картинке мы видим фигуры людей под дождем. Во время мерцания складывается впечатление, что люди начинают движение и идут вперед. На самом же деле фигуры стоят на месте. Дело в том, что Майкл Пикард в момент мерцания смещает толпу буквально на несколько пикселей вперед и назад. Наш мозг видит только движение вперед. Отсюда и складывается впечатление движущейся толпы. Перед вами изображение древнего замка. Фотография, как вы видите, черно-белая. В центре изображения находится черная точка. Смотрите 15 секунд на эту черную точку, и вы увидите неожиданный результат. На столе лежит лист бумаги, на котором стоит кубик Рубика. Мы так бы и дальше думали, пока рука не начинает вращать этот лист. Как оказывается, на самом деле это плоский 3D рисунок, а не настоящая игрушка. Ролик на самом деле поражает, ведь вначале при его просмотре даже мысли не появляется, что это самый настоящий оптический обман. На столе всего лишь раскрашенный лист бумаги. Кажется, будто эти автомобили разной величины. На самом же деле они одинаковы. Срабатывает иллюзия Понцо, когда мозг определяет размер объекта, исходя из его фона или расстояния. Третий автомобиль кажется дальше и выглядит крупнее. Эта иллюзия с самого начала задает вопрос: как? Вопреки законам физики, шары катятся в горку. Чтобы это понять, нам стоит посмотреть с другого угла, и мы увидим, что скаты не такие, как они выглядят. Они фактически наклонены под гору, а не в гору. Что происходит в нашем мозге, когда мы рассматриваем оптический обман? Информация, собранная глазом, обрабатывается в мозге, чтобы создать образ или изображение, которое не соответствует реальному физическому состоянию. На вашем экране шахматная доска. На доске стоит цилиндр и отбрасывает тень.
На первый взгляд кажется, что клетки А и Б разного цвета. Но на самом деле клетки одинакового цвета. Наш мозг автоматически регулирует цвет, исходя из окружающих теней. Поскольку квадрат B находится в тени цилиндра, точно такого же цвета, как квадрат А, мозг полагает, что он окрашен в более светлый оттенок серого. На первый взгляд кажется, что все линии изогнуты, однако на самом деле они параллельны. Иллюзия была обнаружена человеком по фамилии Грегори. Открыл он эту иллюзию, когда смотрел на кафель в кафе Wall в Бристоле. Внимательно всмотритесь в изображение.